Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, давай начнем. Ух ты, ух ты. Так, древесина, рыба и... Есть! Да, друзья мои, это свершилось. Я надеюсь, никому не надо говорить, что это за яйцо. От какого дракона? Конечно же, тот самый кревет. Я надеюсь, я не ошибаюсь. По-моему, это он, да, электрический. Ребята, я запарился искать его, если честно. Но, тем не менее, как ты видишь, все у нас получилось. Ну что, начнем, наверное, с тобой с открытия пака. Монета Одина. Так, давай далее. Что у нас тут еще? Посмотрим. Шепот смерти, ужасное чудовище, острокрылый змеевик. И пошли у нас ресурсы. Угу. Прекрасно. Ну что, давай, наверное, еще один пак с тобой посмотрим. Монеточки. 9 штук. Забираем. И что здесь у нас? Какие ресурсы? Ну, понятно. Обычные. Никаких драконов нам здесь не подсунули. Так, следующее, что я хочу сделать, это, друзья мои, прокачать дракона одного, а именно шепот смерти. А ну-ка, давай попробуем. Так, ускорить. Давай ускорим. Надеюсь, нам повезет. Друзья мои, надеюсь на это. У меня нет слов. Просто нет слов. Но это, вот это, знаешь, как специально все делает. Так, давай еще. Нам придется потратить еще руны. Ну, если и сейчас промахнемся, это будет... Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я не пойму. Слушай, у меня сейчас древесина кончится. И все, и тогда я больше не смогу. Ну, как смогу, только попозже. Ну, есть. Да, друзья мои, это свершилось. Ух ты. Фига, какой он стал, ребята, жуткий. Шепот смерти. Ну, теперь-то мы с тобой, хотя подожди. Да, я так и думал. Потратили всю с тобой древесину, и теперь нам не хватает, чтобы сделать улучшение. Но ты не забывай, что у нас есть арены и события, где мы можем с тобой выудить ту самую древесинку. Так, что у нас тут интересно? Смерть притащила рыбу и янтарь тусклый. Так, отправляем его дальше на поиски. А мы, знаешь, что с тобой сейчас сделаем? Я хочу зайти вот сюда, где у нас с тобой Екнок. 5512 у меня накоплено. 5512. Мы можем с тобой купить либо вот захватку, либо ледоцыпу. Слушай, давай возьмем с тобой ледоцыпу, а? Это все-таки, блин, конечно, хотелось бы получить вот этого, ребята, безмолвного рыцаря. Слушай, ледоцыпа. Так, ага, рыбу, древесину. И... А железо он не может собирать. Класс дракона Кочегар. Стая благословения Балдура. А я возьму, ребят. Я возьму. Так. Такой маленький. Давайте мы его разместим сюда. Пускай он будет. И немножечко его покормим. Вот он как выглядит, друзья мои. Бесплатно мы его прокачали, и он получает сразу обе способности. Так, ну что, здесь мы можем забрать наши награды. Янтарь. Так, Екнок. Давай-давай, забираем это все. Здесь тоже 50 тусклого янтаря. И что у нас тут остается? О, дофига чего. Подожди-ка. А, у нас и обмен еще завершен. Кто-то мне написал, что мне желательно купить изваяние меткости. Я ему написал, а сколько он стоит? Именно по янтарю. Наверное, не дешево. Не меньше 90 янтаря золотого. Как пить дать. Так, слушай, у нас здесь хобана-хобана. Зачистку мы с тобой сделали, да? Это круто. Да, неплохо. Местечко мы с тобой здесь расширили. Оп, она еще здесь.
Так, давай-ка мы заберем с тобой пак, который у нас тут готов открыться. Громель, душитель, ужас. И следующий ставим на открытие. Так. Ребята, два дня, кстати, не мог нормально поиграть в Черепашки-ниндзя-легенды. Я не знаю, что там происходит. У меня игра вылетает с какой-то критической ошибкой. Именно не просто как раньше вылетала на рабочий стол, а именно какая-то системная ошибка самой игры. Вот напишите в комментариях, у вас так же или у вас все нормально там было. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Ага. Янтарь, хорошо, продолжить. Давай слежку. Гарантированно, да не надо мне. Мы обойдемся и без этого. Так, тоже бесплатно, пускай летит. Так. Отстроить заново. И здесь помощники. Все. А сколько здесь улучшений стоит? 3 миллиона. Ага, катапульту, да, чтобы улучшить. Так, фурия. О, здесь мы с тобой что? Забираем 50 рун. Что ты мне принесла? Понятно. Ничего хорошего нету, да? Жаль. Я все, ребят, хочу получить едкокрыло. Но она все никак не может мне его принести. Это бесит меня на самом деле. Так, что у тебя есть на обмен? Четки, топорик. Блин, мне нужны четки, мне нужен этот топорик. Но это так все дорого стоит. Так, ну что, я, наверное, друзья мои, пойду сейчас на события. Давай попробуем с тобой еще немножечко дальше пройти. Тут 75 рун будет. Как видишь, у меня состав Барсик, Сарделька и Ветрокрыл. Я думаю, мы тут с тобой справимся. Надеюсь на это. Сколько волн? 2 всего лишь. Окей. Так, этот зеленый, это фиолетовый. Поехали тогда. Начнем с тройного удара. Ага. Получи, гаденыш. На тебе. Так, что ты будешь делать? Тьфу, салабон. Здесь мы уничтожили. Так, мы можем вот так еще сделать. Немножечко пробафаемся с тобой. Ага, все-таки он свои способности, ребята, не растерял, да? Также вешает немоту. Ну что ж, давай лупанем как следует. О, переключился на сардельку. Это зря. Бомбил бы он, например, барсика. И то было бы больше толку. Ну, а здесь, как мы видим, шепот смерти плюс костолом. Вот так вот. Ну что, давай начнем, наверное, с шепота смерти. Ой-ой-ой. А, ну правильно, друзья мои, он красный. Костолом у нас красный, поэтому давай-ка мы их быстренько в сон загоним. Добьем с тобой шепот смерти. И будем уже разбирать костолома. Зачем нам хил? Нам хил пока не нужен. Ну что я тебе скажу, сейчас костолом, по-моему, крякнет. Ну да. Ай-яй-яй-яй-яй, сарделька, ну. Молодец, Ветрокрыл. Ну что ж, друзья мои, побед за нами. Забираем награды. Что же нам здесь выпадет? Так, 500 тысяч древесины. Маловато. Ну а здесь 1 миллион рыбы. Блин, ну рыбы у нас и так очень много, ребят. Ладно, ничего не поделаешь. Следующий поединок у нас с тобой. Давай посмотрим, кто здесь будет. И какой главный уровень. Так. Водорез и опять же шепот смерти. 10 левел. Угу. Ну что ты задергался? Понятно. Так, нам бы, конечно, наверное, лучше с водореза начать. Попробуем сейчас его быстренько ушатать. Упс.
Так, что ты будешь там делать? На сардельку напал. Я думал, он будет нападать на самом деле на барсика. Тогда все, тогда ему, друзья мои, сейчас будет крышка. Давай. Блин, зачем я потратил суперудар? Блин, надо было немножко приберечь. Ладно, фиг с ним. Ну, кто у нас тут? Ага. Чудовище. Вот его надо в первую очередь разбирать, потому что он красный. И костолом. Окей, погнали. Тут, наверное, мы хильнемся. Так, костолом тут начинает выпендриваться. А мы с тобой будем прижучивать. Так, что он там? Ага. Есть. Кританули и добили. Ну что, костолом, я думаю, твоя пора наступила отдуплиться. Да, он какой-то тут крепкий, ты посмотри. Так просто его не пробить. Причем у нас такой дамаг ничтожный. Сейчас смотри, смотри, что делает, а? Глушит. Начинает делать оглушение. Кого ты будешь кусать? Что-то не могу понять. То одного, то второго, то третьего. Ты определись и бей кого-нибудь одного. На тебе. Это была, конечно, его большая ошибка. А мы смотрим, что нам выпадет при барабане. Угу. Опять 500 тысяч древесины. Ну, а здесь, как всегда, рыба, да? 1,5 миллиона. Блин. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы больше выпадало древесины. Ну что, забираем с тобой 75 рун. Окей. И двигаемся дальше. 58% уже выполнено. Ребят, почти половину прошли. Так, два костолома у нас здесь. Ага, один красный, другой зеленый. Начнем с красного, конечно же. В первую очередь надо красный бомбить, потому что у нас два зеленых. Он сейчас будет бомбить одного из них. Видишь? А зеленый не так нам пока страшен. Так, давай добивать. Угу. Ну что ты, кого ты там собрался бомбить, а, костолом? Вот же, блин, гаденыш, ты посмотри. Ох, ты что творит? Раз, два. Так, ты сможешь добить? Сможешь. Замечательно. Ну что, теперь беремся за зеленого. И заодно будем с тобой отхиливаться, да? Да, будем потихоньку отхил делать. Или подожди, лучше вот так, наверное, сделать. Теперь хильнемся. Вот, теперь просто атакуем. Так, он сейчас будет разбег делать. На следующем ходу, по идее, он должен, ребята, разбежаться, да, и кого-нибудь в таран, в оглушение бомбануть, если успеет. Но, к сожалению, он не успел. О, тихо, ё-моё, я думал, что это последняя волна, что мы уже прошли, ага. Так, тихо, ты успокойся, не надо тут выпендриваться. Давай бомбить. Так, ветрокрыл. Давай вот так, наверное, сделаем. Как говорится, чтобы 100% гарантия была. Трындец. Офигеть, промахнуться, это же надо было так, а? Ну что, шторморез, по-моему, все, тебе крышка. Сейчас мы тебя быстренько тут распиликаем. А нет, еще успеет на дорожку ударить нас, да? Ну и добивочный. Все. Ну что, поздравляю нас с победой. Давай крутанем и посмотрим. Да не говори, что... Блин, ладно, хорошо, здесь рыба выпала. Запомни, выпала рыба. Смотрим, что здесь. Должна древесина. В плане. Зашибись. И здесь они мне дали рыбу. Так, хорошо, у нас с тобой загадочный пак, да, следующим идет. Ну ладно, надеюсь, мы с тобой здесь справимся. Пак, конечно, не сказать, что опупенный, но он нам нужен. Кстати, здесь последняя волна, одна волна. Но их тут трое. И начинает довольно жестко. Так, поехали. Блин, красный костолом — это плохо. Лаварык меня нисколько не беспокоит, а вот костолом — это да. Ну-ка, поехали, раз, два. Кого кусать будет? Понятно, сардельку.
Сейчас, ребята, если мы сейчас позволим ему... Нет. Все, мы его ушатали. Просто тройной удар мог бы сделать свой суперудар. А мы с тобой, наверное, их загоняем в сон. Пускай баиньки делаем, да? И будем бомбить Костолома. Вот смотри, у него вся энергия. Сейчас что-то будет. Опа-на. Он понизил нам с тобой защиту, плюс повесил немоту. То есть мы не сможем с тобой заклинание, да? И сарделька еще промахивается. Как специально. Ладно, ребята, не стоит отчаиваться. По-моему, у нас тут все будет хорошо. По-моему, все будет хорошо, так как у нас остался всего лишь один лаварык. Что он будет делать? Просто атаковать. Ну и все. Мы его тогда сейчас с тобой быстренько размажем. Есть контакт. Очередная наша победа. Итак. Воу, груша, которую нельзя скушать. Это хорошо, кстати, что груша. А здесь... Опять рыба, да чтоб тебе. Лучше бы древесину бы дали. Ладно, мы с тобой забираем пак. Забираем, забираем. И вот теперь начинаются серьезные проблемки у нас. Давай-ка посмотрим. У нас, кстати, последняя с тобой энергия. Жалко, мы до пака до того не доберемся, до самого дальнего. Так, две волны, 11 уровень. Опа. Начнем с шепота смерти. Да, ужасное чудовище тоже, конечно, бесит меня, но... Все-таки этот больше проблем нам может сделать. Ага, вот, видишь, что он начинает тут вытворять. Добей его, пожалуйста. Норма. Так, ну что, чудовище? Вот мы и добрались до тебя. Так, если что, будем хиляться. Будем хиляться. А он опять будет атаковать? Ага. Сделаем усиление на наш отряд. Так, три энергии. Сейчас опять будет фаербол, да? Хм. Он что-то хочет, ребята, сделать пожестче, я думаю, да? Но он не успел. Ну что ж, вторая волна. Ёлки-палки. Фига тут. Как же он ужасно смотрится, а? Но наш тоже шепот смерти, который мы с тобой сегодня прокачали... Выглядит не лучшим образом. Так, секундочку, давай-ка вот так сделаем. Оу. Спатеньки всех. Отправляем. Тут мы с тобой будем, наверное, пристеголового бомбить. Так. Уничтожаем. Окей. И остается лишь Костолом. Ну все, Костолом, ты доигрался. Мы сейчас тебя тут... Ну да, давай сделаем так. Он упадет в сон. Теперь двойной удар. Ай-яй-яй, не давили, чуть-чуть не хватило, но... Сарделька, давай. Тебя умоляю. Есть. Слушай, очень даже хорошо. Блин, единственное, что я рассчитывал на бревна, а мне дают все время рыбу. Давай, порадуй меня чем-нибудь хорошим. Опять рыба. Да господи, зачем мне столько рыбы? Мне нужна древесина, а не рыба ваша. Оу, энергия. Вот это круто. Так, ну что, мы здесь с тобой закончили. Рыба, рыба, так. Давай-ка мы откроем с тобой новый пак. Ну, 9 монет Одина, это понятно. А что вот здесь? Древоруб. Шторморез, громыль. И немножко ресурсов. Окей. Так, чтобы нам усилить... Сколько? Блин, 9,5 миллионов надо. 9,5 миллионов древесины. Что-то уж больно дофига. Тут у нас что? Так, поищите штормореза. Ну что ж, давай поищем. Давай бесплатно. Пускай летит. Так, фурия дневная, ты где у меня там? Тебе надо тоже куда-нибудь отправить. Нечего прохлаждаться. Также отправим, наверное, в поиски
этого едокрыла. Пускай летит. Ну что, отправляемся с тобой, получается, тогда на арену. На самом деле, я думал, что мы сегодня с тобой накопим 9,5 миллионов древесины. Если бы мне вместо рыбы выпадала бы древесина, мы бы уже с тобой заказали бы зал совета, чтобы он прокачался до 10 уровня. А так придется теперь ждать, и фиг знает сколько. А ну-ка, что у нас тут? 5 рун. 5 рун. Откройте крепость Брокра. А чтобы крепость открыть, нам нужен с тобой какой-то уровень. По-моему, 12, если я не ошибаюсь, да? Да, 12. Это еще не скоро. Ну что, остается у нас с тобой арена на сегодня, да? Арена, поехали. Мы, кстати, можем с тобой вот на этой арене заработать древесину. Но это при том условии, что она будет, ну, после того, как мы забьем паками все, после каждого боя буду давать по 500 тысяч бревен. Так, ну что, начнем. Блин, я же не убрал с теста штормореза. Забыл. Ай-яй-яй. Ну, давай попробуем, посмотрим, что у нас получится тут. Ой, какой он ватный, ребят. Какой же он ватненький. Фига он бомбит у него. Довольно не кисло. Так, лаварык. Ага. Сейчас этот, а этот будет по шторморезу бомбить, 100% тебе говорю. Ну вот. Давай удар. Сейчас что-то будет. Трындец. Ну давай вот так. Ох, он еще и промахнулся. Лаварык. Давай я вот так сделаю лучше. Лаврык добьет мне штормореза моего, к сожалению. Этот сейчас что будет делать? Понятно. Сарделька. Ага, туда и туда ударила. Мы тоже одного завалили. Теперь будем с тобой бомбить сардельку. Пытаться уничтожить ее. Он еще, ребята. Ага, под слепотой. Ну, конечно, урона он наносит вообще мало. Давай так сделаем. И вот так. Пускай он бомбит, да, своего кореша. А мы будем с собой потихоньку помогать ему. Вот так тебе. Блин, что-то хочется такого мощного сделать, чтобы сразу его наказать. Блин, я боюсь, сейчас он уничтожит мне. Может быть, в сон их отправить? Давай сделаем так. Угу. Кусаем. Е-е-е. Все, друзья мои, победа за нами. Это я тебе точно говорю. Здесь мы с тобой хильнемся. А здесь вот так еще. Опа, усилимся. Лаврык до сих пор спит. На тебе. Добьем? Добьем. Сейчас посмотрим, что нам за пак дадут. Я думаю, самый обычный. Ну-ка. Да, так оно и есть. Ну что, давай поменяем с тобой, наверное, все-таки колоду. Уберу я штормореза отсюда. А вместо него поставлю... Ага, 51 уровень. Давай вот так вот сделаем. Хобана. Попробуем, да, сыграть. Поехали. Два красных плюс зеленый. Тут нам дают соляночку. А там еще и душитель. Душитель. Так, синий, да, против красных. Хороши, ага, он промахнулся. Вот теперь сиди и думай, кого лучше. Наверное, все-таки будем бомбить громорога. Не знаю почему, но мне кажется, надо в первую очередь именно его. Потому что он бафер. Неужели они собираются уничтожить мне ветрокрыло? Что-то именно об этом говорит. Громорог, не думай. Ёпрасоте, ты посмотри, что творит, а? Ты посмотри, что он там вытворяет.
Ветрокрыло, по-моему, мы потеряли. Угу. Блин, два красных осталось. Я даже не знаю, что мы тут с тобой сделаем. Два красных. Хотя, постой. Давай-ка я вот так попробую. Блин, надо было этого, у него усиленная атака. Немножко тупанул. Ай-яй-яй, ты посмотри, что творит. На тебе. Ага. Слушай, а может быть не все потеряно? Вот это хорошо, вот это ты отлично. Найс. Так, что же? О, давай так вот сделаем. Это раз. В плане, не понял. Погоди, это... А что за... Это беспредел, ребята. С какого перепуга он... Что творится вообще? На. Так, ребята, одно спасение только на отражение. Не отражение, а слепоту. Так, два хода у нас с тобой есть. Ты посмотри, как он делает, а? Ему нужно 4 энергии, понял, ребята. Так. Ну. Ага. Есть. Фух. Кривоклык не подвел мне. Молодец. Так, посмотрим пак какой дадут. Тут, короче, все понятно. Нет, я все-таки хочу убрать одного из красных и поставить... Давай поставим тройной удар. Снарядить вот сюда. Все. Пускай у нас тоже будет с тобой солянка. Так, смотрим противников. Ага, два зеленых плюс красный. Два зеленых плюс красный. Ну что же, начнем, конечно, вот с этого, да? Понятное дело. На-ка. Блин. Почему ты такой слабый, а? Тройной удар. Я не, вот не понимаю этого. Просто наислабейший. Ой. Сейчас этот еще кусанет, да? И все, и по-моему нас тут разберут. Да, мы потеряем с тобой тройного удара. Как быстрее надо нам с тобой... Ага, смотри-ка, смотри-ка, что у нас тут получается. Сделаем, наверное, вот так. Посмотрим. Ой, как хорошо-то. По кому? По сардельке. Тоже неплохо. Нам нужно добить. Уничтожаем. Так, ну что, бомби своего кореша. О, молодец-то как. Просто из стана его не выпускаешь. Это мне нравится. Блин, а вот то, что мы промахиваемся, это мне далеко не нравится, ребят. Ать. Так, давай продолжим эту песню. Ой-ой-ой. Ладно. Давай, вот так вот. Чтоб тебе было проще его разобрать. Вот, молодец. Короче, это уже не жилец у нас получается, да? Сарделька не жилец. Вот так ударим. Короче, он сейчас добивает своего кореша. Ну, а дальше мы уже занимаемся с тобой Костоломом зеленым. Так. Он, естественно, будет промахиваться. Конечно же, так и должно быть. Ну что мы можем с тобой сделать? Мы можем его усыпить. Мы его усыпляем и, соответственно, уничтожаем. Вот так вот. Ну и какой же пак мне на этот раз дадут? Опять, наверное, обычный. Ну-ка. Да, не везет нам с тобой что-то с паками. Ну что, нам еще с тобой один бой нужно сделать. И плюс мы уже будем получать с тобой ресурсы, так как все ячейки забиты. И я надеюсь, это будет у нас древесина. Древесина мне нужна. Так, два фиолетовых дали. Опять этот там душитель притаился. Вот он, мелкий хмыреныш. Ну давай так сделаем. Это для начала. Нам, наверное, лучше начать с душителя.
мне кажется. Ух. Промашки пошли. Зашибись. Так, кому врежет? Почему-то я даже не сомневался в этом. Опять они. Все, ребята, меняем с вами. Тройной удар, это, ну, никуда не годится. Ты сам прекрасно все видишь. Его почему-то в первую очередь выносят. В первую очередь. Так что, блин. Тихо, тихо, не надо. Секундочку, сейчас посмотрим. Душителя мы с тобой убьем. Наверное, нам вот так лучше с тобой сделать. Да, да. Где? Получилось, ребят. Так, ну что, бомби своего дружбана. Живи, родной, живи пока. Так, укусик. И в сон. Это, ребят, оптимальный сейчас вариант в данный момент. Это оптимальный вариант. Ну-ка. Очнуться не очнулся. Добивка. Прекрасно. Так, этого опять же в слепоту. И начинаем бомбить. По-моему, этот парень попал. Тебе так не кажется? А мне кажется. Давай, давай, давай. Найс. Так, теперь осталось посмотреть, какие ресурсы нам будут с тобой давать. Так, 30 кубков и... рыба. Да ничего, помешались на этой рыбе все, а? Мы забираем с тобой пак. Древоруб, шипорез. Так, кошмарный пристеголов, костолом, водорез и кривоклык. И меняем состав. Меняем состав в плане того, что я хочу убрать отсюда тройной удар. И, наверное, мы поставим все-таки с тобой барсика. Да, не спорю, ребята, он будет промахиваться, как всегда. Но, тем не менее, если он не промахивается, он наносит довольно неплохой урон. А нам, как назло, дали двух синих. Как раз против барсика, да? Оу, тут еще и громорок. Барсика будто такого. А, нет, нет, ребята. Что-то не то они в плане. Да как... Два раза уже промахнулись. Оу, тю-тю-тю-тю-тю. Да, красных, ребята. Они уничтожают. Еще ты тут. Слушай, фигово, ребят, все. Все очень и очень скверно. Атака пониженная. Я думаю, почему так мало урона наносим? Вот почему. Вообще-то надо было мне ветрокрыло, на самом деле, уничтожить. Знаешь, что сейчас будет? Сейчас будет трындец, ребята. Смотри. А, сами виноваты. Тогда мы их сейчас в сон загоним. Сейчас мы их загоним в сон. Вот таким вот образом. И начинаем разбирать. В плане. Ёлки-ты-палки. Недоглядушки, ребята, были. Недоглядушки. Ё-моё. Ну-ка. Давай бомбить его. Ты спи, спи, парень. Смотри, что творит. Специально так, ребята, делает. Он специально так делает для... Ага, вот. Блин, мы опять промахнулись, что ли? Одного уничтожили. Давай хильнемся. Сейчас будет... Сейчас, ребята, нас загонят в сон. Смотри. Мало того, что нас загонят в сон, нас еще, наверное, и разберут здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Он, естественно, барсика добьет. Естественно. Трындец. Ну и как быть? Отправлять его в сон, потом делать удар? Ну это глупо. У него 14 уровень. Ёпрасы, я думаю, что такое-то? Все, нам тут не выжить. Ммм. И все, он сейчас просто уничтожит нас. На 109 он атакует, не кисло? В то время как мы на 75 всего лишь. Да, ребята, тут без вариантов. Ну, по крайней мере, двоих драконов мы прихватили все-таки с собой. Я заметил одну такую вещь. Вот как только я барсика поставил, а он у меня 13 уровня, мне сразу дали слишком сильных противников. Давай попробуем с тобой переиграть.
Например, возьмем... возьмем Громили. Я просто хочу, ребят, посмотреть, что он из себя будет представлять. Так, сейчас просто глянем, а потом, возможно, мне придется все-таки возвращать сардельку. Опять же, в команду. Так, два фиолетовых и синий. Окей. И опять тут Громили. Начнем, наверное, с Душителя. Нет, с Громили все-таки. Куда это он исчезает? Что это такое? Что это происходит, ребят? Только кривоклыка я вижу, когда он атакует. А эти почему-то... я их не вижу. Смотри, что творит, а? Да вы, блин... Оу, да мы еще и начинаем промахиваться. Как же меня вот это бесит. Я не могу просто, а? Действительно, надо эту... руну на меткость, помнишь? Как мне говорили. Что он сейчас делает? Всыпет, конечно же, Громили. А наш Громли здесь вообще ничего не может. Это вообще промахивается. Я не понимаю, как. Нет, Громли это фигня какая-то. Просто фигня полнейшая. Ладно. Сейчас мы будем с тобой что делать? Вот так мы с тобой будем делать. Пускай бомбит своего же. Отлично. Так, а мы поможем с добиванием. Это ерунда, это все терпимо. Давай вот так вот, укусик. Этот добьет. Ну что же. Поехали. Сейчас мы его в ледяной сон. И добьем. Блин, хоть действительно возвращай на место опять сардельку. Ага, здесь два фиолетовых плюс зеленый. Блин, ну по... я не поменял, да, ребят? Я хотел сардельку взять, ага. И забыл. И забыл поменять. Так, ну давай начнем потихонечку. Так, что-то тут у нас... все атакуют моего бедного кривоклыка, да? Даже ты. Понятно. И даже ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо. Вот это, друзья, плохо. Ну, что ты сделаешь? Понятно. А ты? Трындец. Разобрали моего кривоклыка. Что ты замучишь? Хил. Он делает хил. Дурачок. Блин, ну нам нужно с тобой что? Я могу только позволить себе, наверное, загнать их в сон, если успеем. Я в этом почему-то сомневаюсь очень сильно. Так, давай сюда вот бомбанем. Ну все, началось, короче, да? Мозги выносить мне будут сейчас. Ну, хотя бы так. Но здесь вряд ли мы, ребят. Если только вот этого сможем подбить. О, все. Вот можно вопрос, да? Этот сделал ход. Вот этот вот. Свой суперудар. Потом следом этот. Как это может быть? Как он накапливает, извини меня, ярость так быстро? Не знаю, ребят. Вот то, что я Громели не поменял. Вот это да, вот это я лопухнулся. Ну что, я на место вернул сардельку. Они против меня вот такую вот команду выставили. Вот такую вот команду. Поехали. Попробуем с тобой душителя разобрать. Кого-то там. Это терпимо еще. А ты? Кого собрался бомбить? Понятно. Ну а ты? Блин, все в одно лицо, ребят. Все в одно ворота. О, давай хотя бы усыпим. Фиксим, что маленькая атака. Ну, по крайней мере, они будут в отключке. На тебе. Ну, что ты сделаешь? Будешь бомбить, да? Понятно. Твою же.
Ну что, сарделька, сможешь? О, нет, нет. Почему-то, ребята, он переплюнул сардельку. Не знаю, как он умудрился это сделать. Но здесь все, здесь песенка твоя спета, парень. Тут ты уже никуда от нас и не уйдешь, и не убежишь. Ты один. Давай его прижучивать, в конце концов. Осталось совсем капелька. И добивка. Как он, интересно, мою сардельку... У меня должна была ходить сарделька. Если там, ребята, извини меня, в это, как по очереди. Он взял ее, просто переплюнул. И стал ходить быстрее сардельки. Так, по ресурсам-то что? Опять рыба. Угу, а здесь, смотри, здесь соляночка получается, да? Синие, фиолетовые и зеленые. Синие, фиолетовые. Начнем, наверное, с шепота смерти. Уклонение, надо же. Так, теперь наша очередь. Кусаем. Кого бомбишь? Понял. Так, сейчас будет что-то противное. Да, ребята, ему нужно 3 энергии для того, чтобы сделать... Офигеть. Просто, ребята, взял и сдул моего кривоклыва. Обалдеть. Ладно, будем тогда заниматься этим. Слушай, а мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Да, усилим наши атаки. На тебе. Этот проснулся, ё-моё. А, он не сбил повышенную атаку, ребята. Видишь, что он делает? Он сбивает повышенные атаки. Ну куда ты вот лезешь, а? Блин, 14 уровня. Я еще даже не успеваю сардельку, ребята, отыграть, как они уже начинают следующего выпускать. Что за бред? Давай-ка я, наверное, хильнусь. Сейчас будем делать отражение. Наверное. Ага. До него еще дожить нужно. В сон. Нет смысла, ребята, его загонять в сон. Блин, трындец. Это просто трындец какой-то. На тебе. Сейчас, наверное, уничтожат меня, да? А, вот ты как решил. Хорошо, мы тогда, наверное, вот так вот сделаем с тобой. На-ка. Бомби мою сардельку, вот она. Да ты хорошо придумал. Мы тебе поможем. И дыхание ледяное тебя должно убить. Только не промахнись, главное. Все. А вот он и пак. Мы уже заработали, да, на него. Креветка, столом, экзотический шепот смерти, громлезащитник и кривоклык. Все, друзья мои, все. Отработали мы сегодня с тобой на арене. Забираем здесь награду. Да, нам нужно было бы принять, конечно, участие в обороне Олуха. Слушай, ну если у нас пока нет с тобой нужного количества, да, древесины, давай тогда хотя бы, наверное, улучшим здесь. Да. 4 часа будет делаться. Кстати, мы хотели с тобой глянуть про изваяние, да? Это где же у нас это смотрится? Блин, я забыл, где это смотрится, друзья, изваяние-то. Вот здесь, по-моему, да? Вот, героической меткости. Сколько у нас? 82. Блин, да подожди ты. Ну-ка, сколько? У меня нету, да? 8, друзья мои, 8 золотого янтаря мне не хватает для того, чтобы сделать изваяние. Я так и не понял. Изваяние, что оно? Где? Подожди, вот, меткости. Не дает противникам уклоняться. Ты понимаешь? То есть мы с тобой будем попадать 100%. Обязательно, наверное, мы с тобой все-таки это и сделаем. Ну и вроде бы пока все. Подожди-ка, все. Мы с тобой отправим
наших охламонов на добычу древесины. Пускай добывают. Что-нибудь тут прохлаждается у нас. Давайте, давайте, давайте. Все, все, все за работу. Так, принцесса тоже быстрее. Тебе. Так, шепот смерти. Тоже лети на добычу. Так, подожди, у нас этот, где он? Вот он, шелкопряд. Пускай тоже идет, добывает. Ты иди за рыбой. Ты за древесину. Ага, древесину больше не может, да? Понятно. Тогда остальных мы с тобой отправляем просто за рыбой. Просто тупо за рыбой. Ну, вроде бы как и все. Да? Сейчас посмотрим. Нет, еще есть резервы небольшие. Ну-ка, давай, летите. Все. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!